Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Артём! Блин, Артёмыч! Я знал, что не бросишь меня. Мы же с тобой как эти, как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол! Это за мной! За мной идут! На вешалку! Давай, брат, не подведи! На тебя вся надежда! На выход, крыса краснопузая! Ребят, чего вы, ребят? Ну, родился от него. А при том чмо, что мать у тебя ничего вроде. Нормально. А брательник уродом родился. А значит, что? Что? Что либо ты тоже с уродством, либо мать твоя шлюха. А ты? Ну давай, скажи! Моя мать шлюха! Говори, дрищ! Иначе ты у нас получаешься уродом, раз твоя мать уродов рожает. Нет! 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 Моя мать шлюха! Вот, что и требовалось доказать. Кого я вижу? Какие люди? Неужели оставил свой сундук без охраны? А что ему сделается? Ключ-то только у меня. Ты хоть бы рассказал, что там. А то секрет, секрет. Да какой секрет? Ствол там. Я его с одного из полисовских рейнджеров снял. Ну, те, что на прошлой неделе завалили. Навороченный... Молоток. Задолбали уже. Пойди ответь, а? Чё это? Я в тот раз ходил. Делов-то. Ладно, сам скажу. Ферма слушает. Прием! Да ну, ё-моё, ну когда-то дерьмо починит, а? Кто? Или показалось? Интересно. Как?
Проигрался. Как вернемся, даже выпить не на что будет. Правда, за коммуняку по 3 патрона давать будет. Хорошо бы. Тоже мне война. Может, стой, дальше? Ничего не трогай. А стрелять когда? Кто здесь? Непонятно. Вроде отсюда слышал. Хотя... Вот здесь, точно здесь. Мужик, пощади, не убивай. Бери все, все, что есть, только не убивай. Внимание, режим повышенной готовности. Посторонние на объекте еще не пойманы. Сохраняйте бдительность. По подозрительным лицам огонь на поражение. Смена караула через полчаса. Слыхал? Ты б хоть ствол достал по уставу. Стоишь тут как пугало. Мой ствол у меня в штанах. А твой в борделе остался. Вот он тебе поможет, ствол этот, когда красный за жопу возьмут. Юморист, мать твою. У меня все четко.
начинается. Всем подданным рейха, свободным от трудовой повинности и дежурства, рекомендуется явиться. Идешь смотреть? Говорят, вешать будут. Да я насмотрелся, во! А вот сына бы сводить надо. Выделываются в школе, училки хамит. Вот и покажу лоботрясу, чем двоечник не кончает. Приведешь, а его помилуют еще. И тоннели выйдут. Помилуют, ага, сейчас. Петля же ждет. У нас без сюрпризов. Да что там смотреть вообще? Дергается, по ногам моча течет. Тоже мне зрелище. Чего мы не видели? Для тыловых крыс самое оно. Дисциплинируют очень. Ладно, хрен с ним, пёс на пузо. Может, козла пожарить? Ставлю патроны. Коробку проверь. Опять потухло все. Давай, проклятие, мать! Болевой стук нарисован шпионом красной линии начинается. Всем подданным рейха, свободным от этого рейха. Раз наш шпион взятый с поличным на территории секретного объекта, военным трибуналом приговаривается к смертной казни через поличный. Всех не перебежите! Тьфу! Смерть фашистам! Наступит еще наш час! Снова рейху! Ну вот, подох... Стоять! Уходим! Скорее, сейчас тут такое начнется!